Мы об этом мечтали давно и все думали, какой можно было придумать особый формат. Очень хотелось как-то сотрудничать вместе с кинофестивалем. Для нас это очень почетно и действительно большая честь стать частью создания такого процесса, атмосферы кинофестиваля. Это потрясающая идея, которая родилась в недрах прекрасного стильного журнала «Инсталь». Собрать жюри на Кинотавре и таким образом как бы соединить людей, которые в данной ситуации, на этом данном отрезке времени, в каком смысле вершат судьбу кинематографистов. Для меня, как режиссера, очень важно, кто руководит процессом. И я в данном случае здесь, потому как мой друг Юрата – это человек, который умеет руководить и умеет создать ту атмосферу, которая нас всех увлекает. Это характер, это понимание дружбы, атмосферы, что я поддерживаю, люблю. И надеюсь, что это будет длиться долгие годы. Который мы сейчас пришли. На сегодня показов больше никаких нет. Некоторым даже уже номинантам вручили награды. Мы прошли половину пути. Самое время уже начать немножко расслабляться, общаться. Вот это необходимость прям. Поэтому это очень здорово. Я «Инстайлу» отдельное спасибо говорю за это.